Так, ребят, всем привет. Арендовал вот такой вот прицеп. Надо мне вывести урожай. Там где-то 60 тонн получается. Или 60 куб... Как он там? В тоннах, в кубах, я даже не знаю. Своим маленьким прицепом я буду просто очень долго это возить. Поэтому надо на большом сейчас вывести, да и все. Также я нанял работника, он там сейчас удобряет одно из полей. Сейчас посмотрим. Вот он тут, 11-е поле удобряет большое. Пускай подзаработает денег. Так, у меня там... Ой, кстати, канолу тоже... можно будет продать. Но вот у меня бобов накопилось много. Почти два прицепа будет полных. Ну, один тут точно полный, второй почти. Так, а канола у нас почем? Канола даже дороже, чем я сейчас буду продавать соевые бобы. Но если бобы везти тут близко, в ресторан, то канолу придется везти в порт куда-то там. Поля еще ничем не засеял. Мне по-хорошему нужно накопить ляма 3. Даже если я все продам, сейчас я прикинул, у меня будет всего 2 миллиона. И с учетом долга будет 1,5 миллиона. Это очень мало, чтобы переехать куда-то. Надо больше. Так. А где у нас там будет, если что, канола-то? Это где у нас? Ну-ка. Это вот где. Неплохо. Неплохо. Так, я тут проеду, да, тут нормально. Куда им там столько зерна? В ресторан. Что-нибудь там мне будет печь. Нормально сейчас вот на этом урожае прибыль будет. Второй рейс, правда, поменьше принесет, так как неполный прицеп будет. Ну и плюс канолу продать, если тоже
тоже там будет 1045-50, наверное. Посмотрел я участки по цене, но там, если вот покупать, там стоят они по 400 тысяч участки, по 800 тысяч. Так, 25 всего получается. А сколько у меня? Сколько у него объем? 14, да? 14. Ну, я вот это на своем вывезу, там останется 4 тонны в итоге. Ну, либо на нем, в принципе, на этом можно полностью продать. Все-таки 4 тонны, это почти 10 тысяч будет. Хочется побыстрее просто с этого места уже переехать. Потому что здесь, ну, маленькие участки больно. А большие участки стоят, блин, хороших денег. Так, продаем. Неплохо. Так, ну надо сейчас будет тоже канолу продать полностью. Сдать прицеп этот. $237 000. Плюс сейчас этот заработает. Кстати, как у него там дела? А у него не хватит, да? Да. У него не хватит удобрений, поэтому надо еще докупить, съездить. Знак лишний. Сейчас заправим его. Жидкое удобрение, вот, а вот что снизу, я так и не понял, что сюда можно еще засыпать, я так и не понял. Вторая полоска, о чем она говорит, непонятно.
Сейчас надо будет еще посмотреть, сколько там по процентам осталось. Так, ну-ка. Немножко остается тут. Так, докупаем. Блин, правда останется. Придется, наверное, сюда возвращать и сливать, как бы. Неохота выкидывать. Потому что он, наверное, не все потратит сейчас, там немножко. Меньше половины, наверное, потратит. Успеем, успеем. Может, на эти деньги вторую эту поставить, конюшню. Потом сразу большой доход принесет. Только, правда, ставить пока там негде. Место-то там надо разравнивать. Надо будет подумать. Блин, он тут будет сейчас по железке ехать. Опасно здесь место такое. Давайте сейчас краешек пройдем. Вот это вот сами тут. Потому что он будет разворачивать, он прямо по железке будет ехать. И у него мозгов не хватит тут. Он просто будет перекрывать поезд, и поезд его в итоге собьет, наверное. Сейчас край поля сами пройдем, чтобы ему было место для разворота. Он мог спокойно тут уже сам разворачиваться. Ну и там, наверное, он потом сам пройдет разок или два. Thank you.
Так, все, пускай вот он сам едет. Да, вот поезд. Сколько там остается? Да буквально чуть-чуть. Загружаем. Так, едем в порт. Все, он закончил. Нужно будет отогнать эту технику в магазин и там выгрузить это удобрение, которое в дальнейшем пригодится. Потому что ну, там много довольно-таки осталось. Блин, можно было и тут, конечно, срезать. Что-то я не подумал об этом. Так, где у нас там? Ага. Сорок семь тысяч. Так, едем сдавать прицеп.
Он больше не нужен. Сейчас прямо вот здесь срежем. Почти 300 тысяч. Сейчас еще возьмем за этот, как его. Или нам за него дали уже? По-моему, нет еще. Так, возвращаем. Где там этот чувак-то? Едем, разгрузим сейчас. Можем через поле. Так, все отлично. Возвращаем технику. Ага, понял. Так, где закончено? Шестнадцать тысяч. Ну почти. Ну да, 16 тысяч. Почти 300 тысяч ровно. Кстати, тут виллы какие-то у меня лежат. Что они тут лежат? Непонятно. Непонятно. Так, ну что, ребята, на этом все. Сегодня серия была такая. Продажа урожая. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.